Совсем недавно я делал обзор на самую красивую подсистему по мнению автора. Сегодня же я сделаю обзор на не менее красивый бокс-мод. Да-да, возрадуйтесь все те, кто писал мне в комментариях, почему одни поды, когда уже будут нормальные девайсы. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Vape Illusion под названием HanyaMod 230 Watt 2. Девайс поставляется вот в такой вот невероятно красочной картонной упаковке. На лицевой панели располагается логотип производителя, какой-то невероятный рисунок и название самого устройства. Открыв коробку, мы первым делом увидим довольно большую инструкцию. Под ней расположился сам девайс, а под девайсом находятся две сменные крышки и кабель USB Type-C. BoxMod получил самый что ни есть классический форм-фактор, а именно кирпич. Он довольно крупный, в высоту 92 мм, а в ширину аж 56 мм. Все грани закруглены и в руке лежит довольно комфортно. Единственное, что мне не понравилось, это боковые грани на передней панели. Без сноровки нажимать на кнопку Fire не очень-то и приятно. Они слегка врезаются в палец и вызывают дискомфорт. Но я думаю, что со временем к этому можно легко привыкнуть. Девайс доступен в двух цветах, в черном, как в моем случае, и в белом, но самая главная фишка заключается в его боковых панелях. Как и в подсистеме, они съемные, и при желании всегда можно дозаказать дополнительные. Они невероятно красочные и яркие. Сразу же в комплекте вас будет ждать 4 крышки. Под одной из крышек скрывается аккумуляторный отсек. Девайс работает на аккумуляторах формата 18650. На лицевой панели находится довольно удобная кнопка Fire. Чуть ниже расположился цветной информативный экран. Еще ниже находятся кнопки управления плюс и минус. И в самом низу разместился порт USB Type-C. В верхней части находится коннектор. Крепится он к корпусу устройства при помощи трех болтов. Рассчитан на атомайзеры диаметром до 25 мм. Теперь немного про функционал. Максимальная мощность, как понятно из названия, равна 230 Вт. Работает с сопротивлением от 0,05 до 3 Ом. То есть, когда девайс самостоятельно выставляет максимально допустимую мощность для вашего нагревательного элемента. Ну и, конечно же, в девайсе есть TCR, то есть, когда вы самостоятельно настраиваете кривую преднагрева. Суммарно я хочу сказать, что вы получаете довольно крутой бокс-мод с невероятным дизайном и классным функционалом. Он прекрасно подойдет для парения как сигаретных атомайзеров, так и для каких-нибудь мощных дрипок и баков. А я хочу вам сказать спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.